Друзья, всех приветствую на канале, всем здравствуйте. Начинаем новое видео. Такая у нас здесь красота. Букет шикарный. Очень нравится. А все уже, вчера съездили к куме. Она мне дала таких вот красивых цветов, корней. Целый мешок. И осталось только вот... Букетик на нашем подоконнике стоит. Все убрано, все прибрано. Вчера тоже убирали, тыквы убирали, прибирали, все баночки спустили в погреб. Ну, еще осталось, конечно, тыквы прибрать. И свекла, и морковка стоит. Стоит на грядках еще. Так что как-то так. Полюбоваться немножко остается. Уже тоже вон, опадают некоторые. Не очень выглядят. Скоро уже уберем этот букетик. И не будет у нас живых цветов. Ну, только если в магазине купить, либо искусственные ставить. Вот. У меня здесь готовится. Пока ребятишки играли, я тут приготовила. Молодец. Вот книжки почитала, посмотрела. Надо обязательно сюда составить. Уж как ровно, не ровно, но главное поставить, да? Давай. Давай, мама поставит. Давай, вот так вот все уберем. Все убираем, наводим порядок. Давай, лишнее будем выбрасывать. Ой, Матвейка тут на парковках порядок навел, да? Все машинки составил. Я говорю, собирайте, давайте игрушки, наводите порядок. Мама. Давай, уберем. Ракушку, да? Игрушки ты убирай. Матвей, видишь, порядок наводит. Сюда, Игорь, мне тряпочку, салфеточку. Я тряпочку дала. Вот сюда клади. Это все надо найти. Да. Конечно. Давай-ка сюда пояс-то. Он одевал его и примерял. Молодец. Вот это все... Убирай, а потом туда посуду надо составить. Где у вас посуда? Где у вас что? Какая парковка прибранная, да? Все машинки. Как ты маме сказал? Хорошо, что мама научила. Тряпочку. Тебе тоже тряпочку? Дам сейчас тряпочку. Матвейка, чему тебя мама научила? Сына. Ты не слышишь меня? Мама, что, собирать игрушки надо? Да? Да, надо собирать. Молодец. Мамочка. Вот как раз, сына, ты вот вверху-то попротирал, кувшинчик наверх бы поставил. Молодец. Мама. Молодец, мой ребенок. Молодцы. Кухня будет чистая. Мамочка. Что? Это протирай. Протирай. И мойку протирай. Раковину тоже. Вот так вот хорошенько протирай. Молодец. Вот они, помощники. А потом составляйте туда игрушечки. Молодцы. Давай тряпочку-то мама сполоснет. И чистую тебе принесет. Чистую? Давай, Матвейка, тоже. Молодцы. Радостно. Порядки любишь наводить, что ли? Давайте, вас, смотри, сколько вон игрушек. Все перебрать надо. Тарелочки подбери. Смотри, тарелочки-то все валяются. Тарелочки, кружечки. Конечно, составляй их на кухню. Да. Молодцы. Тарелочки... Вот, на кухне, да. Тряпочки принесу сейчас. А ручку-то сломали, что ли? Где она? Да. Ну, все, тогда ставь вот сюда рядом с чайником. Где чайник-то стоит? Сломали. Ну, сломали. Кто сломал? Кто сломал? Матвей. Все, на Матвея сперла.
Сейчас, подожди, Матвейка, смотри, как прелые тарелочки разыскал. Дам тряпочки сейчас. Все, молодец. Вот, мама. Угу. В тарелочку положи яйцо. Вот. Молодец. Ничего себе, добрались. Вы до комода добрались? Да. Обалдеть. Что она сделала? Чё ты, за что ты ее ругаешь? Она пластилин прилепила. Ну, она, видишь, оттирает. Стол, говорит, мамочка, я протерла. Да? Протерла стол? Молодец. Ну, вот видишь, какой ты молодец. Ничего себе. Мама. Салат делаю. Глянула, смотрю, ну-ка, чем это они тут занимаются? Продолжают уборку. Молодец. Взялись вы капитально, да? Молодцы. Ау. Делайте, делайте, давайте. Молодец, Матвейка. За сестричкой, видишь, как ты все это убрал. Она не слушается порой. Налепила на комоде, да? Вон. Ух, все. Излепила. Все, мама тут цветы убрала. На стол составила. Помыть окна, подоконники протереть. Ну, вообще у нас с помощниками дело идет усиленно. Ну ладно, делай давай, мама пойдет салат делать. Молодец. Ну вот, помощница. Думаю, чем она занимается? Она тут парковку протирает, комод протирает. Молодчина, да? Сильнее тери. Смотри, нарисовали на комоде-то. По рисовке. Все, понятно. Друг за другом вы убираете. А вот эту надо. Она протирала только что парковку, да. Тряпочки споласкивайте в ванной. Можете споласкивать вот там под краном. Да, и протирать. Хорошо. Видишь? О. Все, все в работе, все в делах, помощники. Молодцы. Хорошенько тери. Отшаркивай давай по рисульке-то свои. Я думаю, что это ты рисовала. Матвей. Матвей разве? Да нет, это я рисовала. Ну так вот, сознайся, правду говори. На брата-то не спирай. Мойте вместе. Все, дружба врозь уже у них там. Мама, салат. Делает. Помидоры. Огурец. Все. Там уже двери протирают, все протирают. Несколько дней подряд заставляла игрушки собрать. Ну, невозможно было. А сегодня прям что-то так вдохновило их. Тряпочки. Тряпочки разрешила. Первый раз я даю им, чтобы они там протирали что-то. Я говорю, давайте, начинайте. Маленько хотя бы. У меня как раз приготовилось. Надо кормить уже их. Я говорю, сейчас салатик сделаю. Они так увлеклись. Ну, без слез не получается. Спорят, кто будет протирать. Да это что такое, а? Вместе протирайте. Вот сейчас салатик сделаем. Помидорка, лучок, огурчик. Будет свежий салатик. Вы идете кушать? Салатик порезала. Рис приготовлен. Давай садись, я тебя буду кормить. Давай скорее садись. Где у тебя брат? Вот там. Ты не позвала его? А надо было позвать братика. Будем кушать. Приятного аппетита нам. Светофор. Детские, да? Детские игрушки. Машинки. Куклы. Моя любимая кукла. Весна. $832 кукла Алла.
они разные такие, ну красивые, как раньше. Там тоже куколка. Такая прям. Не знаю, можно заранее купить такую вот куколку. Подарок к Новому году, ко дню рождения. Ну а почему нет? Их вот здесь не было совсем, а сейчас раз и появились. Такие ничего. Интересненькие. О, ничего себе. Молодец. Что-то у нас погода подпортилась. Мы решились только. Хотели идти свеклу убирать. С помощниками. Да? Помощница. Дунь хорошенько маме. Что-то где-то дымом что ли тащит. Небо так затянуло. Ну точно не мы. Дождик. Покрапывал. Ну, и... Да, я вижу. Ну и что? Мы будем вырывать или не будем пока еще трогать? Свеклу-то. Ну не знаю, лишь бы сильно не залило. А то будем вблизи так и вырываться. Что-то расходится. Когда дождь. Там холода-то обещает. Рано еще, я думала. Свеклу, я думала, если... Я хотела нарвать свеклу. Кстати, ты когда борщевые заготовки начнешь делать? Ну, когда вырвем морковку и свеклу. Ну, вот. Пока еще рано. Потому что у нас... Толком не хранится, а вот заготовки-то они хорошо. Каждый год делаем борщевую заправку. Я у людей знаю даже ящик свеклы, то зиму стоит, а потом портится. Они используют люди. Ну, кто как, видишь. Пойдем давай, вырвем. А, мне еще надо сходить там. Мне люди еще две тачки свеклы это отдают, тыквы. Ты что делаешь, дочь? Вокруг шеста танцуем. Да не балуйся. Болтать. Пошли, нельзя так делать. О, помощник. Покажи сестре, как рвать надо. Давай скорее рви. Раз, раз, раз. Да ты свою рви. Вырывай свою давай. Скажи, у брата сильный боль. Да уж. Все, папа укроп вырывает. Давай, рви. Давай, рви побыстрее. А то дождик разойдется. Не бери пальцы. И зальет нас дождик. Молодец. Вырвала. Помощница. Клади в кучу-то давай. Во. Куча. Здравствуйте. Давай, вырывай ее. Что, не поддается дальше? Что, я, наверное, сразу под навес? Давай, под навес сразу. Ну. Так ты с краю, Матвей, ты что-то далеко пошел. Мы сейчас обрежем-то, салатик сделаем. Ну, какую огромную вырвал. Молодец. Ну, дождик расходится. Никого здесь. Вот давай, Матвей, еще повырываем. Не можешь? Нос-то свеклой заморало. Все, сейчас замораются все. Ягодки опять наспевают. Ну, дождик-то наш мочит нас. Все, помощники-то. Я немножко порвала. Все. Грядочку. Берут тут еще вот гряда. Полторы гряды будет. А что-то взялись, ага, и дождь разошелся. Надо же так. Молодцы. Тоже хочет стараться. Да что ягоды сладкие? Давайте идите под сарайку, все. Матвейка. Под сарайку бы шли, все, немножко осталось. Папа сейчас тут доубирает. Вон парень старается. Что хочешь? Иди давай под сарайку, заходи. Еще рвать хочешь что-то? Тут. Вон вырывай тогда, осталось немножко совсем.
Надо же, я погода попортилась, ага. Маленько. Собрала ягод детям. Дождик что-то у нас прям разошелся. Грядку свеклы убрали. Дети сюда домой зашли, во второй дом. Сейчас, говорю, ягодки намою вам. Ягодки покушаете. Надо же, погода у нас разыгралась. Кто куда бежит. Все, убрали, мы свеклу успели. Дождик кончился. Ребятишки во втором доме играли. Господи, папа-то ягод насобирал. На улице есть? Да какие на улице есть? Домой пойдем сейчас, наверное. Да? Что скажешь? Не домой. Не домой? А сопля висит вон. Уже не висит, да? Платочек. А платочек я Матвею давала вроде бы. Ну и что у тебя? На платочек. Держи и давай платочек. Что там у тебя получаться? Что у тебя там получаться? Зеленых там, смотри, сколько еще. Подожди, дай маме. Цветут еще ягоды. Зеленых много. Хрен-то вырезал бы. Охота ему ягоды собирать. Ну как? Пол-лета ягод таких не было. Да здравствуйте. Они были в определенное время. А так они всегда до октября месяца. Вон они цветут еще. Вот именно сейчас они перед морозами-то и начинают. Побольше, да. Ни много, ни мало. А дети поедят. Досыта. На батуте прыгают. Пойдемте, давайте домой. Все, ягодки намою сейчас. Пойдем скорей. Покормлю вас ягодами. Гулялись. Захотели красками порисовать. Увидела краски новые. Все надо стало. Ой, художнички-то сейчас нарисуют они. Да? Давайте, рисуйте. Я сейчас поставила свеклы варить. Салатик свекольный сделаем. Ягодки помыть надо сейчас. Мамочка нарисовала. Ой, какой у тебя синий кот получился, да? Синий кот. Синий кот. Розовый кот. Розовый кот, правильно. Ну, ты почему так-то их раскрашиваешь? Почему они у тебя так изрисованы-то? Надо стараться красиво раскрашивать. Не-не-не-не-не-не-не. Все, рисуй. Рисуй давай. Рисуй. У тебя все в краске, давай. Давай скорее вот так страничку переворачивай. Сколько тут у тебя котов. Котов. Да, и давай раскрашивай. Кот-то оранжевый, пузо-то ему рисуй оранжевый. У тебя что? Что у тебя? У меня немного тут. У тебя немного тут. Да вам хватит, рисуйте вместе. Так зачем ты макаешь-то? Нет, рисуй, у тебя уже в краске все. Кисточка-то в краске. Давай, раскрашивай. Вот, вот, раскрашивай кота-то. Будет он у тебя оранжевый. За поля выходить не надо. Видите, вот нарисовано вот это поля. Окантовочка-то. Не надо за нее выходить. Стараться надо рисовать. Да. Все, давайте рисуйте. Пойду ягоды помою. Нам? Конечно, вам. А кому еще? Не надо тебе ягоды, что ли? Нет. Надо ягоды-то? Да. Ну вот видишь, надо, так я помою сейчас. Помоешь? Да. Что ты делаешь? Ягодки. Вкусно? Да. Сладенькие, да? Ты целуешь? Да. Любите ягодки, да? Да. Вот помыла по чашке, разделила. Еще пол друшлага еще надо вымыть. Вот. Буду мыть ягодки. А вы кушайте, давайте ягодки. Ладно? Вкуснятина. Сладкие такие, прям сладкие, да? Сладкие. Ешьте, давайте. Скажем всем до свидания. До свидания. Закончим, наверное, это видео. У нас уже вечерок. Мы сейчас тут будем своими делами заниматься. И другой ролик снимать. Ролики у меня выходят на Дзене в первую очередь. Потом уже на Рутуб и на Ютуб. Ссылки оставляю на наши социальные сети внизу под видео. Кому интересно, оставайтесь с нами. Да, всем пока-пока. Угу. Кушайте давайте.
У меня свекла варится, свеклы сделаем, салатик свеклы. У тебя тоже большие, я вам разделила, все хорошо. Еще намою. Ну, вы этот съешьте, много не надо объедаться. Вы там поели, считай, ягодки. Те первые, которые показала, они все съели. Тоже помыла, разделила им. Все. И здесь тоже. Ну-ка, давай. Там черешок, наверное, да? Все, спасибо, что были с нами. И до скорых встреч, друзья. Всем пока-пока. Мне только сказал до скорых встреч. Кто сказал? Я. Ты сказал до скорых встреч? Ну ладно. Пока. Все, всем пока-пока.